Да, ребята, воистину Big Drama Show взорвалось в ринге. Смотрим мы повтор. Опа, поменял стойку Денис, левым прямым встретил, опять свою дернул, оттянулся. И смотрим, в какой момент, куда попал Валера, в локоть ли? Что это было, ребята? Напишите уже в комментариях на YouTube-канале всем бук. Я, честно говоря, не рассмотрел. Титульный бой, вроде надо работать по сторонам. Произошла травма. Размашистые атаки, которые привели к переломанной руке от Валерия. Хорош, Валера. Вот смотрите, какой момент. Как Валера был хорош в этом моменте на дальней. Но зачем пошел туда? Вы посмотрите, такого Дэна мы еще не видели. Разозлили Калужского гангстера, и он идет вперед. На ближний, когда вы видели. Забирать, и все. И вот тут уже накидывают просто. Да, финал весовой категории до 77 килограмм. И первый чемпион в ней топ-дога. Долго шел к этому Валера и Заботин, но, к сожалению, сломал руку по пути. Но Валера самый настоящий, безусловно, герой. Герой, которому битва. Еще 21 год, и мы все еще ждем его в роли чемпиона, хотя бы претендента. Спасибо.